надоело, папа, мама не при делах. Ты рисуешь мел в судорожных руках. Луна застыла, беглый ветер не шумит. Свечи в тишине потухли, только тень в углу скрипит. Скрип, скрип, и под одеялом мне так страшно. Как же хочется невидимою стать однажды. Скрип, кто молчит ночи и строит планы. Смотрит с потолка и сжигает взглядом. Дома что-то случилось. Случилось, но тебя это не касается. Ну зачем ты за мной ходишь? Я просто хотела узнать, как ты. А может, поиздеваться пришел? Думаешь, я совсем дура? Я прекрасно видела, что ты сегодня был с ними. Был. Но это же я Маринку позвал. Ты? Зачем? Я хотел тебе помочь. И сейчас хочу. Ты мне вряд ли поможешь. У меня дома такое творится. Дай руку. Что это? Песок. Зачем? Не поворачивай голову. Я должен был тебя выманить. Они спрятались за тобой и теперь подкрадываются. Мамочки! Толкай меня и беги за дом. Давай! Стоять, я сказала! Догоню, хуже будет! Далеко не убежит! Видишь, она босиком! Вставай, погнали на перерез! Не могу, нога болит. Мешок, блин! Стой, ты чё как бешеная? Ай! Ты чё больная? Попалась, мудра городская! Можно к Маринке? К Маринке? Ну, проходите. Они меня просто проводили. Спасибо, ребята. Настюш, только давай недолго. Мы тебя возле подъезда подождем. Фига она тебя вжарила. В отмах стала. Не ожидал от нее. Я тоже. Не такая уж она и лохушка. Вы чё, защищать её собрались? Я ей такой ад устрою, а вы мне поможете. Нифига себе ты накипиши. А я вот знаю, кому ад устрою. Пень, лети сюда. Настя? Ты вообще-то не говорила, что гостей ждешь? Мам, я забыла. Нам с Настей надо к 1 сентября поздравление приготовить. А-а-а. В школе, что ли, задали? Ну да. Ну ладно, разувайся на пороге. Ты уже разулась? Молодец. Тупица Алена. Да, она сумасшедшая какая-то. Чё, Пенди? Совсем офигел? Не надо. Ты схватить её не мог.
слабак. Мы слабак. Жалко Севу. Он, кажется, хороший. Да они зашугали его. Он тоже драться не умеет. Как ты тут выживаешь? Моя жизнь — окопы. Кстати, знаешь, какой глубины должен быть настоящий окоп? Нет. Стандарт 120 сантиметров. И еще бруствер. Ай! Девки! Пойдемте чай пить. С вареньем. Ну, вообще-то я рада, что у моей Маринки подружка появилась. Ты из какого класса? Мы с ней в одном классе. Хм. Так мне кажется, я всех твоих одноклассников знаю. Новенькая, что ли? Да. Ну, недавно перешла. Так, погодь. А ты не Римкина ли внучка? Да. Хм. Да. Понятно. Кто ж еще с моей Маринкой общаться-то будет? Посуду помойте. Дал бог соседей, прости господи. Почему она так? Ну, они с бабой Римой ругались все время. Не сошлись характером. А правда, что моя бабушка странная была? Ну, если честно, была немного. Она все время шла и сама с собой разговаривала. И еще травы какие-то собирала. Гербарий, что ли? Какой нафиг гербарий? Лечебный. Она заговоры знала от сглаза там или от порчи. Вот почему ведьма. Люди не любят тех, кто чем-то выделяется. Кстати, ты чего ничего не ешь? Да не хочется как-то. Ты давай завязывай с этим. В сытом теле крепкий дух. Классно будет тебе этот пистолет дать. Или носить с собой плоскогубцы. Но легче будет тебя кастетом вооружить. А, ну у тебя удар не поставлен. Может, тебя на бокс запишем? На бокс? Или на карате. Хотя, пока тебя там научат, будешь Аленкиной грушей. Может, все-таки оружие? Я себе лук сделала. Даже два, в подвале спрятаны. Могу тебе один со стрелами дать. Я все хочу арбалет собрать. Вот это мощь будет. Хороший арбалет пробивал дубовый щит толщиной в 10 сантиметров. А мы лук с арбалетом будем в школу носить? Хотелось бы, но охрана же отберет, да еще и в полицию заявит. Может, домовуху свою дашь? Могу. Если дух хватит, то и пользоваться. Хватит. Ну, забились. Тогда как мама уснет, я штук 5 сделаю. Порох у меня еще остался. А это работает? Конечно. У меня есть коллекция крутых фильмов про исторических героев. Хочешь, посмотрим мой любимый? Давай. А это у тебя откуда? Это от дедушки, он был военным. Привет, мам. Настя, ты где? Мы приехали, а тебя дома нет. Вы? Ты с кем? Тетя Женя у нас в гостях. Ты гуляешь, что ли? Нет, я у подружки, тут недалеко. Давай уже домой. А дома все нормально? Настя, ну конечно. Давай беги, мы тортик привезли, медовый. Угу. Мама домой зовет. Так неохота. Ну ладно, тогда в следующий раз мы досмотрим. Тебя проводить?
Да не, я сама. Они же ушли давно. Ну ладно тогда. Пока. Пока. Мам. Ой, доченька, иди сюда скорей. Привет, Настёныш. Ну вот, будет куда вещи разложить. Нравится? Мам, я не буду здесь спать. Ну, значит, здесь буду спать я. Так. Ну, девчонки. Что? Предлагаю пойти уничтожать торт? М? Мам, здесь никому не надо спать. Я здесь сегодня такое видела. Давай ты мне потом расскажешь, ладно? Я просто уверена, что нам нужно открыть отдел в новом ДЦ на Калининском. Mm-hmm. Там поди аренда, ого-го. Нет, Кири сказал, что первым арендаторам на год сказочные условия. Mm? Mm. Вот как раз будет время раскрутиться. Настён, тебе, наверное, неинтересно. Знаешь, что я нашла? Старые бабушкины фотографии. Посмотри, как ты похожа. Правда. Одно лицо. Смотри, Настя. Это бабуля в школу пошла. Это она с папой. Какой молодой, красивый. Слушайте, тетя Рима такая красотка была в молодости. Мам, кто эта девочка? Это Тоня, младшая сестренка бабули. Это печальная история. Она умерла от воспаления легких. Бабуле тогда было где-то 14, а Тоне 11 или 12, почти как тебе. А когда она умерла? Лет 50 назад. А что? Я ее видела. Она живет в этой квартире. В той комнате. Вы что, не верите? Настён, ты, наверное, устала. Давай завтра об этом поговорим. Иди спать. А мы с тетей Женей еще поболтаем. Что Наська здесь не в своей тарелке. Знаешь, она уже второй раз про призраков рассказывает. Аж не по себе мне. Ну, слушай, что ты хочешь? На девчонку столько навалилось. Она же маленькая еще. Я думаю, она повод ищет, чтобы я отсюда уехала. Я вроде ее понимаю, но в то же время и злюсь. Тут осторожно нужно как-то. Может, к психологу? Думаешь? Не надо этого бояться. Надо понять, что у нее в голове происходит. Разобраться с этим как-то. Может быть. Слушай, я остаться не смогу. Кирюша мчит за мной. Соскучился? Ну, хорошо, что соскучился. Ну, Светик. Ну, не грусти, а? Ну что, еще по тортику? А давай.
Джейн, у вас все нормально? Бабушка. Мы не виноваты, что здесь оказались, в твоем доме. У нас семейные проблемы. От нас папа ушел. Я не хочу, чтобы вы здесь жили. Вы мне не нужны. Мне никто не нужен. Ты что делаешь? Не мешай. Мама спит, и соседи. Мне на них наплевать. Нет! Да! Нет! Да! Скрип-скрип, надоело, папа, мама не при делах. Ты рисуешь мел, судорож на кукнагах. Луна застыла, беглый ветер не шумит. Свечи в тишине потухли, только тень в углу скрипит. Скрип-скрип, и под одеялом мне так страшно. Как же хочется невидимою стать.